О, золотая рыбка. Угадайте, где она была недавно, блин? Она была недавно в хоррор-игрушке, там, где золотую рыбу, это нужно было пилой, по-моему, отпилить и принести. Короче, про манекенов это, который называется «Не бойся», точно. Don't be afraid. Я вспомнил. Ну да, это херли, стандартный движок Unity. Скорее всего. Либо стандартные, просто бесплатные модельки. Ну, вторая такая же рыбина. А можно побыстрее ходить, кстати? Тут сеттинги вот. Movement speed. Я что-то задолбался еле-еле ходить. А, тут есть лод чекпоинт даже, нифига себе. А, о, побыстрее стало ходить, хорошо. А, ну это походу вот эта девочка, что-то кубики какие-то. Ворон один кубик тащит. Картины неплохие такие. Да, тут ничего не берется, к сожалению, маловато интерактива. О, еще золотые рыбы. Опять закрылись бесшумно двери, блин. Это что это такое нафиг? Что, темный дух какой-то? Бля, а ведь возможно. Экстраординарные способности люди просто так не проявляют. Тут виноваты либо бог, либо дьявол. Это фотография муравьев, что ли, под микроскопом? Ага, это очередное какое-то головоломное решение подсказывают. А что это? Ну, как бы я вижу, да, тут раз, два, три стеллажа, тут вот еще, здесь это, лампа. Это нужно что-то здесь найти? Погодите. Тут покрупнее хоть видно. Но я вижу вот какая-то темная штуковина. Я не думаю, что тут каждую книжку нужно прямо вот так расставлять. Тут решение должно быть проще. Странная игра такая, если честно, с налетом таинственности. То есть вот эти рычаги, возможно, двигают полки. И нужно правильно подвинуть полки, скорее всего, да? Ну да. Полагаю, что так. Бля, нихера себе библиотека какая огромная. А, печать, которую хлопают. И еще одна печать, которую хлопают на книге, на всякое. Стекло увеличительное. Так, я понял, короче, как это должно быть. Это нужно смотреть от двери туда. И поставить так, чтобы полки одной не было, да? Это как получается-то, блин? Вот ту вот полку нужно сверху куда-то сдвинуть. А как? Я ничего не понял вообще сейчас. Так, а ну-ка сюда идешь, альбом. Ну то есть вот, мы смотрим, и что мы видим, блин? Полки. А какая это полка? Хороший вопрос. Какая из них? Так, начинаем работать методом тыка. Метод, который никогда еще не подводил. А, вон оно что. То есть полки уходят под пол? Ну тогда все понятно. Получается, нужно вот эти полки вообще убрать. Начисто. Так, тут показаны рыбы. То есть я так полагаю, рыбы должны. А, ну вот эта штучка черненькая, это вон та фигня. На подставке рога-то или что это такое? Хрень какая-то, короче, типа подставки. Вот.
Тогда две вот этих нужно убрать. А с этой стороны? Там часы. Это либо часы должны быть, либо что-то здесь. Это должны быть, мне кажется, часы все-таки. И там что-то было еще. Так, ну... Вот это же оно, да? Должны быть книжные полки. Вот книжные полки. Там их нету. Значит, это вот эти должны быть книжные полки. Ух, бля, жесть какая. Провалишься, хер вылезешь. Теперь вот эту штуку нужно тоже опустить. На одну. Да, вот тут картины, часы. Ну, да, это оно, только тут еще какой-то то ли месяц нарисован, то ли что, кружок какой-то еще. Это точно оно. А с этой стороны... А там вообще книги. И... Тут ничего нет. Хорошо, тогда вот это, получается, полностью вниз должна уйти. Не понял сейчас. А это что такое? А, бля, я понял. Это вторая часть головоломки, походу. Там нарисовано то, что должно быть здесь, а тут нарисовано то, что должно быть здесь, на этой половине библиотеки. Ёпарасоте. Наверное, да. Блин. Получается, вот эту полку со статуей нужно поднять обратно, а ту опустить. Наполовину, да? Ну, по идее. Ну да, вот они, обе картинки этих. Стоп. Ничего не понял. Если здесь посмотреть. Золотые рыбы, да? Спереди. Пол полки. Чё, блядь? А здесь тогда так, что ли? Ну, здесь статуя нарисована. Это точно вот эта вот часть должна быть. Или какая? Подождите. Нет, стоять. Статуя вот здесь находится, с той стороны. Чё-то, короче, я это... Немножко ебанулся, по-моему. Да, вот она, статуя. То есть вот это должно быть поднято. Вот это должно быть наполовину только поднято. Здесь... Сейчас, короче, разберемся. Это наполовину поднято. А тут нет золотой рыбки. А где золотая рыбка есть? Здрасте, приехали, блядь. А как это? Фу, золотой рыбки-то нету, блядь, с этой стороны. Что за хуйня? Оно же не перемещается еще вот между собой вот так по кругу как-нибудь. Я надеюсь. Иначе я ебанусь в корень вообще. Ну, здесь вот какой-то месяц, блядь. Что это за месяц? Я такого что-то не припомню здесь нигде. Колокольчик. Ни хера не понял. Так, картины, статуя, рыба. Да. Ну вот же оно. Вот оно, картины, статуя. Вот оно. А тут должно быть что-то круглое рядом. А, ну это вот ваза. Хорошо. Соответствие найдено. А тут должно быть... А там точно часы должны стоять? Или это что-то там?
Да нет. Здесь ничего похожего нету. Я, конечно, тупой, но и до такой же степени. Вот. Скорее всего, это оно все-таки. Ну, колокольчик, вот он. Я только не пойму, эта полка, она должна вот если с этого вида смотреть, наполовину быть опущена, чтобы сзади что-то было или нет. Ну, вроде как нет. Да нет, вон книги вот эти вот. Вот эти книги, они точно так же завалены там. Вот те вот. Ну, все правильно, по идее. Вот это поднято, а тут рыба золотая должна быть. А ее тут нет. О, бля. Тут вообще рыбы золотой нету, если вот прямо вот так смотреть. Тут часы. Что за хрень? Ну-ка, блин. Сейчас. Проверим по остальным. Ну, да, это оно. Это оно. Только почему-то здесь рыба, блядь, нарисована. Тут не рыба стоит, ёбаный жизнь. Это статуя так изображена? Почему они по-разному изображены? Хороший вопрос. Потому что это явно вот это место. Но тут, сука, статуя, а не рыба, блядь. Чё это такое? Я, бля, вообще потерянный, конечно. А, о, а вот это должна быть отвернута рыба вообще. А как тебя отвернуть-то, зараза? У этой рот вперед. Вот, у нее дырка спереди. Ну, рот. А это должна быть хвостом к нам. А как ее повернуть хвостом к нам-то? Серьезно? Может... Блять. Но тут нет рычага. Вообще. Не говоришь, у меня еще рычаг искать надо дополнительный, блядь. Ты ж ёбнулся нахер. Ты за рычаг сойдешь, нет? Блядь, все как-то немножко поебанутому. Но я же не думаю, что рычаг нужно вырывать откуда-то. Тут тоже рыбы, кстати, стоят неправильно. Вот эта вот хрень должна открыться наверняка. Что за хуйня, блядь? А, стоять! Может, это два вида разных? Типа вид отсюда и оттуда? А вот это похоже на правду, кстати. Слегка. Только один хрен, тут труба неправильно стоит. И тут статуя есть. Так, бля. А, вон она рыба. Японский нахер. Все, понял. Это два разных вида. Это не вид двух полок с одного этого ракурса. Вот. Сейчас тут будет рыба. Да. Здесь будет статуя. Потом арка должна средняя закрывать там половину. Наверное. А которая из них, кстати? Не, передняя арка должна быть поднята. По идее, а та наполовину опущена. Или... Что за хуйня, блядь? Я не понял, как это работает. Почему нарисована атака выглядит так, хотя вроде все правильно. Но это же передняя арка. Передняя. Она должна быть поднята на высоту двух блоков, то есть вот этих. Вот, тут все совпадает. Вон скафандр подводный. Шлем этот, блин. Тут башка. Башка. Хорошо, здесь совпало. Вроде как. Только мне кажется, что там книги не совпадают, блядь. Ага. То есть наоборот, надо вот эту наполовину опустить, ту поднять. Понял. Сейчас опустим наполовину эту. Где она там опускалась-то?
Вот она. Не, стоп, это вот эта полка. То есть вот эту нужно поднять по... Не понял, подождите, блин. Вот пульт от этой штуки, ее нужно поднять. А вон пульт от этой штуки, ее нужно опустить, все, разобрался. Нихера себе так-то загадка, сразу не допетришь. Вот, оно должно быть вот так, по идее. Или нет? Ничего не понял. Ну, отсюда должно быть как-то так перекрыто, чтобы было не видно двери и картины. Бля, серьезно. Тут полка должна быть пустая наверху. Значит, все было правильно. Вот эта полка нижняя левая, она должна быть пустая. Она наверху, вот она. Тогда получается, нужно все-таки ту опустить, что ли, наполовину. Я не понял, блядь. Что за хуйня, блядь? Значит, нужно с той стороны закончить еще. Давненько я так мозг не напрягал. Называется, меньше в шутеры играть надо, блин. Хорошо. Вот эта сторона на стол. Вот сторона на стол. Там все полки пустые. На том стеллаже, а здесь все забиты. Вот эту хрень теперь нужно поднять, по идее, да? А, стоп, или ее вообще нужно опустить? Ее вообще, по-моему, опустить надо. До конца. Тогда отсюда мы получим как раз вот этот вид. Да. А здесь вот эта хрень должна быть... Тоже опущено наполовину. Ну-ка посмотрим, как это все сработает. Сработало, блин. Ну да. Я просто не сразу допетрил правильный вид. Ты, бля, секретные комнаты с компом. Это, конечно, все интересно. Но вот это вот так и закрыто. Тоже какая-то головоломка. И, кстати, рыбы как стояли, блядь, неправильно, так и стоят. Ну окей, блядь, и что дальше? Никого же нет. Ну просто гроза была, блядь. Секретная комната в библиотеке. Какое неожиданное открытие. А, возможно, это кабинет моего отца, я не уверена. Но, скорее всего, тут еще есть секреты кругом. Я понял, но что же ты будешь делать? Я буду осматривать все, что выглядит подозрительно. Как в детективных историях. Хорошая идея. Почему бы тебе не посмотреть на сейф в углу? Похоже, эта вещь покрыта тайной. То же самое с компьютером. Я даже не знала, что мой отец его использует. Вещи, о которых ты не знаешь, могут быть чем-то большим, чем они есть. Что это значит? Ничего. Просто продолжай свое расследование, мистер детектив. А, так это не сестра, блядь, была, а брат, что ли, все это время? Что-то руки на мужские как-то не очень-то похожи, если честно. Надо было как-то это... А я думал, мы за сестру играем. Это брат был в видениях. Тьфу, блядь. Все, теперь понял. Вот иногда нужно в играх представлять, кто такой главный герой. 2, 6 и еще цифра за шкафом, да? По-любому. А, ну вот.
Батя сидит, читает. А там... Это отражение кабинета, я не пойму. Ну да, это похоже на отражение кабинета. Да, это оно. Я думал, там второй кабинет. Так, ну тут цифра 2, тут цифра 6. И за шкафом должна быть еще одна. А, 4. Она прямо в шкафу. 2, 6, 4. Ну или 2, 4, 6. Код стандартный. А, S, E, N. А где у нас S? Где E, а где N? Вот это хороший вопрос. Я смысл-то понял, головоломка. Как бы это было несложно. South, East, North. То есть это порядок цифр для кода. Transfer map data. А, карта, во. Перевести карту. Загрузка карты. Как все технологично, блядь. А, вот оно, на карте же нарисовано. И получается у нас S-E-N. То есть S-E-N. S это 6, 2, 4. Понял? Код 624. Это было очень легко. А... 6. 2. 4. Там что-то лежит. И опять ходить нельзя. Что это такое? Обеденная записка. И тут очень много денег. Будь внимательна, тебя так легко что-то проагитировать. А, ну типа тобой так легко манипулировать. Ладно, давайте полностью сообщение, чтобы вышло. Агитировать. Если бы ты был здесь, и у тебя был отец что-то... который ответственный что-то за это, ты бы понял, как я себя чувствую. То за, типа, отношение у тебя к нему. Он был холодный и всегда держался на расстоянии. Его не волновала его семья, он думал только о деньгах. Чтобы побольше их... накопить и сбежать, начать новую жизнь, как будто ничего не было. Это ты называешь непонимание? Ты правда беспокоишься о каждом решении, которое он сделал? Если бы ты был на его месте, какие гарантии, что ты поступил бы по-другому? Я не знаю, почему ты это говоришь. Как будто ты знаешь все, что я делал. А если ты вспомнишь твой подарок на день рождения для твоей сестры, я полагаю, это та самая причина, по которой она не хочет тебя видеть. У тебя мой подарок? А ну верни его сейчас же обратно. И если хочешь, приходи и забирай. Ты знаешь, куда идти. Растущее подозрение. Так много лет я жил в этом доме. И впервые я узнал, что здесь есть секретная комната в углу библиотеки. Тут лежали долгие воспоминания моего отца и секреты, которые он не хотел бы, чтобы кто-то видел. Теперь я наконец дождался, чтобы мой отец покинул дом. Но он, скорее всего, что-то очень сильно занят будет. Для меня не имеет значения, что он думает об этих деньгах. Может быть, он просто типа выкинул их на ветер. Но это не имеет значения.
Имеет значение то, что он был холоден к собственной дочери. Вот эта странная персона. Похоже, он знает моего отца, мою сестру и меня очень хорошо. И кажется, он что-то знает об этом месте. Это причина, почему я здесь. А также дух ворона. Мне кажется, я должен с ним что-то делать. Кто он такой? Он реально помогает мне найти мою сестру или он что-то планирует? Я не могу поверить, что я доверился этому человеку. Мне следует быть осторожнее с этим. Наверное. Ты, блядь, куда закрылся? Я еще не взял тебя. Это что такое? Карточка какая-то. Еще какая-то записка, блядь. О, можно ходить опять. Воспоминания. Предметы. Сейф. XX мод, сейф модель. А, модель сейфа. Инструкции по работе. Откройте, поверните по часовой, типа налево, направо, короче. Да, сейф откроется автоматически, если будет правильная комбинация цифр. Понятно. Дорогой мистер, аккаунт банка, номер. Мы отправили вам письмо, отвечая на вашу оплату в марте 1 и 8. Но оплата еще не пришла. Мы не хотим делать ничего, что повредило вашей репутации. Но если вы не примете это всерьез, я боюсь, что у нас не останется выбора, кроме как предпринять шаги, чтобы получить деньги. Как бы там ни было, учитывая вашу хорошую репутацию, мы верим, что были на то причины, чтобы оплата задержалась. Мы сделаем исключение для оплаты. Пожалуйста, убедитесь, что на аккаунте сохраняется баланс в течение 14 дней. Короче, оплата у кого-то не прошла, но потому что комп современный, судя по всем меркам, а этот, блин, интернет херовый. В углу библиотеки какая-то секретная комната. Какая, блядь, секретная комната? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какой-то чувак. Что-то какие-то часы. Одни, вторые. Третьи. Чё? Трое часов нужно поставить на... Без 15:03, что ли, или как? Или на 3:45, скорее. Я ни хера не понял, если честно, дальше что. И, кстати, ручка. Ее здесь нет. И вот эта штука закрыта. Значит, было что-то еще не сделано. Что-то в кабинете, наверное. Может, ручку нужно было, кстати, найти. Про которую я что-то запамятовал. Да хватит там шпарить, блядь, заебали. Прям херачит пиздец там за окном. Ну, я ручки нигде не наблюдаю. Там такая гроза разыгралась, что ёбаный в рот просто. А, вот еще бумага. Мне что, все бумаги нужно собрать, чтобы мне дали выйти, блядь? Это как-то не очень. Что-то по психологии какие-то книги, блин. Кстати, а это что? Это выключатель, может быть.
Еще запись. Дорогой мистер какой-то там. Можно я отсюда уйду? Там очень сильно молнии шпарят и по мозгам бьют. Вот, дорогой мистер какой-то там. Я надеюсь, это письмо дойдет до вас вскоре. Я школьный учитель вашей дочери. И я пишу вам это письмо, чтобы попросить вас поинтересоваться ее школьной жизнью. Ваша дочь очень быстро учится. У нее очень развиты таланты к искусствам. Но мы продолжаем беспокоиться о том, что она очень часто замыкается в себе и плохо контактирует с другими детьми. Позже многие дети рассказывали, что хотели завязать с ней дружбу, но они не могли объяснить, что она им говорила. Кроме того, ваша дочь, похоже, интересуется галереей, расположенной в школьном холле. Мы находили ее много раз, когда она часами смотрела на картины перед уроками. Это очень ярко нарисованный пейзаж, пейзаж с полем, на котором также находятся стаи ворон, летающих и каркающих. Я спрашивал ее, почему она так интересуется этой картиной. И она сказала мне, что видит себя на ней. Мы, учителя, согласны насчет ее взросления, что-то неправильное. Мы бы хотели продолжить общение с вами на эту тему. Я предприму визит к вам домой Так быстро, как только возможно. Понятно, тут еще предметов, блядь. Окей. Это поднимается, хорошо. Даже не думал, что подняться нужно. Я ж потом хер спущусь. Я не понимаю. Тут все закрыто, блин. Там все закрыто. Тут ручек нет никаких. Вот еще какая-то хрень. Короче, нужно разбираться будет дальше. Что тут к чему? Ну, пока что игра производит впечатление двойственное. С одной стороны, она такая, блядь, мрачноватая. Хватит, бля. Она вроде как мрачноватая, все дела. И даже скример вначале был внезапный. Непонятно нахера. Но, блин, вместе с тем, что-то интересное здесь. Не, я вообще как предполагаю, что это может быть и есть их батя. Типа он уехал, блин, а на самом деле решил всех наебать. И посмотреть, что будет, когда он, значит, останется где-нибудь неподалеку и посмотрит, как у него сын, значит, будет с сестрой ладить. В том смысле, что подружатся они, не подружатся, там что-нибудь изменится, не изменится. Бля, я пытаюсь понять, что где еще есть, но тут нигде ничего нету, блядь. Короче, я не знаю, что делать дальше здесь. Эту серию я, возможно, попилю пополам, потому что, скорее всего, уже где-то час, может быть, прошел. А, ну да, все дети играют, короче, а она сидит рисует. Сестра его. Опять же, ну блин, это же не мужские руки, елки-палки. Это разве что мальчика только какого-нибудь. Я просто посмотрел, что такие тонкие, изящные руки, блин. Короче, давайте пока что закончим прямо на этом, потому что реально, я не знаю, что делать дальше. Это нужно лазить, это нужно исследовать. Фух, времени прошло уже достаточно много. Я эту серию, скорее всего, попилил на две, а может быть и не попилил, не знаю. Все, с вами был Техномакс, это была игрушка Blind Spot, слепое пятно, VR, и всем до новых встреч, пока.